Сегодня в Красноярске свалку мусора выгрузили прямо под окном управляющей компании, которая не должна заниматься вывозом отходов. Это произошло в Советском районе. Кто и зачем пошел на такие крайние меры, расскажет Владимир Богомолов. Убирать мусор на улицу Свердловскую приехал бульдозер ЖКХ. Это городской проект «Единой России». Ее активисты помогают решать коммунальные проблемы. В этот раз им пришлось работать с мусором. Здешняя свалка, по словам местных жителей, с каждым годом только растет. А коммунальщики бездействуют. Мы ждем месяц, мы ждем два. В результате ничего. До конца она никак не убиралась, так и не убирается мусор. Акции касаются любых проблем ЖКХ. Бульдозер может проехаться по некачественному ремонту подъезда, необустроенному двору или по оттекающим трубам. Я понимаю, что люди не знают, какие у них есть права и на что можно вообще жаловаться, потому что даже наличие наклейки в лифте – это уже нарушение. Активисты городского проекта партии «Единая Россия» помогают собственникам освоить ЖКХ-грамоту, чтобы в дальнейшем они сами контролировали действия управляющих компаний. Активисты помогают еще писать жалобы, рассказывают, в какие инстанции это нужно делать. У нас есть шаблоны этих жалоб, соответственно, как бы люди потом этому учатся и какая-то посторонняя помощь им уже больше не требуется. Сбор мусора в данном случае – это не выполнение чужой работы. Его упаковали в мешки, которые отвезли на территорию управляющей компании, ответственной за этот участок. Правда, принимать заботливо собранное никто не вышел. Дверь в отделение заперли изнутри. Но на этот раз обойти проблему стороной не получится. Роман Рыков, Владимир Богомолов и Григорий Зимин. Вести, Красноярск.